Итак, продолжаем делать обзоры. На этот раз у меня фантола с голубой малиной. Топ вкус. Вкус голубая малина. Интересно знать. Первый раз такую фантолу вижу с голубой малиной причем. Ни раз такую не пробовал. А изготавливает ее наша компания. Написано черноголовка. Я не думал, что черноголовка будет вот такую. Вот выпускать фантолы именно со вкусом малины. С голубой причем. Сейчас узнаем, что это такое. Странный запах. На малину не похоже. Странный какой-то у него запах. Первый раз такой лимонад вижу с таким именно с голубым оттенком. Первый раз такой лимонад вижу. Ни разу его не пробовал. Сейчас попробуем. Нет, лимонад очень вкусный, сладкий, но вкус у него какой-то странный. Не похож он на малину, потому что я малину много раз пробовал, но это точно не может быть не малина. Вкус напоминает, как бы сказать, чернику. Вот черника может быть, но не малина. Ну, по вкусу она не подходит, как малина. Ладно, всем удачи и пока-пока.